Уважаемые участники, скачивайте мобильное приложение конференции. В нем вы сможете общаться с коллегами, задавать вопросы спикерам, участвовать в вопросах и смотреть трансляцию. Скачайте приложение и введите ID мероприятия NextTem. Также трансляции будут доступны в соцсетях @index и на странице мероприятия NextTem в Facebook. А если вы пропустили одно или несколько выступлений, то в любое время сможете посмотреть записи на сайте @index.ru. Партнерами конференции выступают селлер видеорекламы GPMD, Rambler Group, IVI, RBK, Media Today, IMHO, Hearst Shkulov Digital, Amarena Media Selling, Mail.ru Group, Go Mobile, Quant, WinStrike Agency, iTarget, Канал Ю, канал Муз ТВ, Happy Monday, @index. Елизавета Сорокина, перформанс-директор Wavemaker, и Михаил Граф, диджитал-менеджер группы брендов Johnson & Johnson Vision Care. Как объединить интересы всех участников рынка? Опыт активации экосистемы MyEcoView. Коллеги, добрый день. Меня зовут Сорокина Елизавета, перформанс-директор компании Wavemaker. Я Михаил Граф, Digital Group Brand Manager AcoView компании Johnson & Johnson. Мы с вами в секции Brand Experience, и Digital трансформация, пожалуй, главная тема на сегодня. Давайте посмотрим, как бренд контактных линз AcoView создал уникальное мобильное приложение, которое объединило в себе опыт всех участников рынка. Стоит отметить, что Россия была первым рынком, где было запущено данное приложение, и этим нам этот кейс особенно ценен. А в целом проблема нарушения зрения на сегодняшний день очень актуальна. Уже 2/3 россиян с ней столкнулись. Но всего 6% из них являются носителем контактных линз. Почему так происходит? Дело в том, что подбор контактных линз – это определенный опыт, который получает потребитель. И в ходе получения этого опыта в наших головах существует много разных мифов. Мы все знаем, что глаза – это очень чувствительная тема, и основной миф с точки зрения потребителя – это боязнь надевать и снимать контактные линзы. При этом существуют барьеры и со стороны самих оптик, поскольку специалисту в оптике значительно проще, быстрее осуществить подбор очков. В этом случае он меньше времени потратит на подбор. Бренд AcoView взглянул по-новому на эти барьеры и объединил всех участников рынка на единой платформе, учитывая нужды каждого. Для этого была создана экосистема MyEcoView, которая стала незаменимым помощником для потребителей и специалистов по коррекции зрения и смогла сделать категорию контактной коррекции зрения привлекательной для салонов оптики. MyEcoView в виде мобильного приложения и веб-платформы объединила в себе три категории. Первая – потребитель, который нуждается в проверке зрения и правильном подборе контактных линз и источники знания о зрении. Специалист по коррекции зрения, которые смогли пройти обучение и повысить свой профессиональный уровень. И, конечно, владельцы бизнеса, которым необходимо увеличить клиентскую базу и повысить качество обслуживания. Таким образом, MyEcoView ответила на потребности каждого. Потребитель внутри приложения имеет всю необходимую информацию о линзе, имеет возможность записаться на прием специалисту в оптике, получать баллы и участвовать в программе лояльности. Специалист по коррекции зрения имеет удобный способ управлять базой пациентов и получать эксклюзивное обслуживание. А владельцы бизнеса увеличили трафик салонной оптики и получили бизнес-аналитику. А для того, чтобы экосистема развивалась, необходимо было привлечь правильную аудиторию, которая нуждается в подборе контактных линз. Для этого была разработана Digital Precision Activation, в рамках которой мы задействовали более 30 уникальных сегментов. Нам было важно рассказать потребителю, что он может воспользоваться контактными линзами в разных ситуациях. Например, когда в очках нам не так удобно заниматься спортом или йогой, или когда мы готовимся к важному жизненному событию, например, подготовка к свадьбе или выпускному вечеру. Также мы задействовали сезонные триггеры, например, проблемы с запотеванием очков в зимний период, или как сейчас в пандемию, когда все мы вынуждены ходить в масках и очки могут запотевать, такие триггеры тоже были активированы в ходе кампании. Однако в ходе кампании мы столкнулись с определенной сложностью, поскольку носители очков с точки зрения диджитал-потребления ничем не отличаются от обычных пользователей. И найти такую аудиторию в большом объеме для таргетирования достаточно сложно.
Нам было важно поддержать диджитал-трансформацию бренда и рассказать носителям очков о том, что существуют разные ситуации, когда они могут воспользоваться нашим приложением и осуществить для себя подбор контактных линз. Для этого компания WaveMaker разработала технологию Social Graph, которая основана на компьютерном зрении. Данная технология позволяет в большом объеме парсить аватарки пользователей в соцсетях. Мы можем находить носителей очков на аватарках, при этом есть возможность отсечь тех, кто находится на аватарке в солнцезащитных очках. И таким образом у нас получается чистый сегмент для таргетирования. Мы в большом объеме можем найти необходимую для нас аудиторию и рассказать им о тех ситуациях, в которых они могут воспользоваться нашим приложением. Такой подход к созданию экосистемы и к продвижению позволит получить хорошие результаты. С точки зрения медийных показателей, количество регистраций внутри приложения MyAppView выросло на 51%. При этом, за счет того, что мы смогли провести правильную аудиторию внутрь приложения, количество тех, кто после регистрации непосредственно осуществил подбор контактных линз в оптике, выросло на 11%. При этом стоит отметить, что несмотря на то, что бренд AppView и так является лидером в категории, количество продаж у бренда также выросло в ходе данной digital трансформации. Коллеги, спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в мобильном приложении NextM, мы с радостью на них ответим.